Привет, люди! Я буду читать и что-то вам говорить, наверное, так. Мы сегодня гуляем на кладбище. Вот да, иногда так мы делаем. Ничего удивительного в этом нет. Разве вы не гуляете на кладбище? А почему эти сердечки разноцветные? Андрей Давыдовский, собственной персоной. Влад Звездок, Илья Геннадьевич. Короче, сплошные зашквары. Антон Владимирович. О, парни, а вы что делаете на кладбище? Всем привет, друзья. Мы гуляем. Гуляем, просто встретились вот в Москве, пошли гулять, да. Ничего особенного, в принципе. Не знаю, о чем это говорит Андрей Давыдовский. Мы с ним тезки, да? Андрей Александрович два раза сейчас. Можно загадывать желание. Конечно, собрались вот сегодня прогуляться на кладбище, приходим, а тут тоже ребята, тоже гуляют. Ну, в общем, мы все вместе. Количество селебов сейчас зашкаливает просто на... Это Андрей про себя? Да. Ну, конечно. Вот. Да, а сам про себя не похвалит. Конечно. И мы решили погулять на кладбище. А почему нет? Подумать о том, что все проходит, тлен. Все тлен. И вам советуем иногда заниматься подобным. Отрезвляет. Возвращает. К чему возвращает? Возвращает чувства. Какие чувства? Совершенно верно. Обостряет чувства, я бы даже сказал. Да. И вы заново начнете ценить то, что у вас есть. И, может быть, будете меньше переживать о том, чего у вас нет. Все там будем. Не факт, что на этом кладбище, но на каком-то другом будем. Здесь слишком дорого быть. Не успеваю читать. Скиталец. Да, я видел. Не успеваю читать то, что вы пишете. Сегодня у нас хорошая погода на кладбище. А хотите, Андрей, я вам подержу? Да, они... Какие мы симпатичные все еще. Не смейся на кладбище. Простите, а почему нельзя? Что такого? Ну, на кладбище посмеялся. Здесь так не принято. Извините, скорбно надо, да, делать? А почему вот это сердца разноцветные сыпятся? Это что? Это ты нравишься. Это, мне. Да, это ЛГБТ сердца со всего мира. Тебе, Андрей, для тебя летят. Как только ты появился, да, в кадре. Радуга. А почему такой, у меня жидовский такой нос, почему? Жидовский, почему у тебя такой жидовский нос? Посмотри. А в жизни не так, кстати, а вот. Нет, конечно же, нет. Нормально. В жизни мы все славяне. Почему на кладбище? Славяне. Арийцы. Да. Всевидящее око, да. Вот оно. А это надо развернуть. Да. А, надо развернуть. Всевидящее око. Он это везде у нас, конечно. Вот. Можно на этой вдохновляющей конспирологической ноте закончить нашу трансляцию на сегодня. Вот. А как? Надо же что-то... Ходите на кладбище, ты так сказал? Слушателям, зрителям. Приходите на кладбище. Конечно. Все тут будем, вот так закончим. Все тут будем. Мы можем, конечно, и подольше вам показывать, как мы гуляем на кладбище. Вот наш замечательный оператор. Да. А зачем ты гуляешь по кладбищу с камерой, Влад? Меня привезли против моей воли сюда. Он как настоящий художник, должен все время. Задолги. Он как настоящий художник. Должен был крупную сумму на моей молодости. Кладбище, оно как-то располагает к откровенности, мне кажется. Но Влад сказал, что у него есть камера, и он вот таким образом рассчитался с нами. Ну, такая байка кривая получилась. Ну, по крайней мере, не скучно. Ну, вот и солнышко. До свидания, друзья. На связи. Увидимся в следующую пятницу в 6 часов. Не то чтобы на этом месте, вот, но по этому адресу. Пока.